Всем привет! В сегодняшнем фильме мы перенесемся на живописное побережье Самарских пляжей, расположенное напротив Нарымского хребта. Выехав в субботу вечером, необходимо было добраться к условленному времени до села Сырыбел, бывшее название Новотимофеевка, где меня будет ждать экипаж Nissan Тирана. Впереди 4 часа пути, большая часть которого будет проходить по живописной горной дороге. Вот вскоре будет подъем на Таргынский хребет. Сейчас уже подъезжаем к деревне Таргын и будем взбираться в горы. Вот начался, собственно, подъем в горы за деревней Таргын, Таргынский хребет, как я его называю. Дорога просто замечательная, красивая, ярко светит солнышко, но еще красивее окружающие виды. Дорога проходит между двух гор, воздух свежий, виды просто прекрасные. Местами видно, как от времени горы осыпаются, сходит вместе с этими камнями вся растительность, которая была на них. Кусты шиповника, трава и даже деревья. Вот начали появляться хвойные леса. Пейзаж сменился после спуска с перевала. И воздух должен сейчас быть наполнен хвойными ароматами. После Т-образного перекрестка дорога начала постепенно приближаться к реке Иртыш, и вскоре замелькала полоска воды, омывающая Нарымский хребет. Экипаж Nissan Тирана, ожидавший в обозначенной точке, сопроводил меня по петляющим песчаным тропам к лагерю, где вслед за приготовленным ужином пришел крепкий сон. Утро следующего дня встретило нашу компанию просто шикарными видами и замечательной погодой. Прекрасные виды дальних кордонов Самарского побережья. Замечательный день, тепло дует, прохладный ветерок, вода просто прекрасная. Берег представляет собой самую настоящую пустыню. Под ногами сплошь и рядом песок. Растут какие-то колючки, кусты, неприхотливая трава. И под ногами вся земля, весь песок точнее, изрезан вот такими вот норками, в которых живет неизвестно кто. А вот и сам житель этой норки. Какой-то жабоящер по имени Варан. Красивая краска. Находится в родной стихии.
Тем временем утро сменило полдень, и скоро предстояло собираться в обратный путь. Поэтому, не теряя больше ни одной минуты, я старался запечатлеть как можно больше моментов о нашем коротком, но столь насыщенном путешествии. А вот так выглядит наш базовый лагерь со стороны. На экипаже Nissan Tirana уже ведутся активные сборы по подготовке отправления в обратный путь. Вещей очень много. Сейчас все упакуем, свернемся, перекусим и выдвинем в обратный путь. А на этом наше путешествие подошло к концу. 4 часа обратного пути пролетели незаметно за душевными беседами по рации. Кто-то пел песни, кто-то рассказывал исторические факты о местных достопримечательностях, а кто-то вспоминал пролетевшие словно одно мгновение дни на дальних берегах Самарского побережья в отличной компании друзей-путешественников. Ну вот и все, едем обратно в город. Дорога, которую вчера снять не удалось, выглядит вот таким вот образом. Накатанная колея по песчаной местности. Если вам понравился фильм, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик для получения уведомлений о новых фильмах. Всем удачи и до новых встреч!